Алло, алло, алло. Алло. Да. Она самая предглинка. Как дела, дела, как шуба бела? Так, окошечко чатика вытащить так, чтобы хотя бы парочку строчек видно было. Как-то так. Продолжим. Так, чё же тут надо было? А, я тут, по-моему, искал ключи на терминалах. Да, я вот искал ключи на терминалах. Мне, по-моему, остался, да, последний терминал. И что он перехватит управление кораблем. А пока корабль под управлением Ксеркса, который тут с коллективным разумом немножко объединился. Ой, да у нас же тут нелинейность нарисовалась. Можно выйти сюда, а можно выйти сюда. Вообще, где? Наверное, сейчас в один сюда схожу. Как я тут? Рукой-то протягиваю. Прямо через все эти лучи. Ай-яй-яй-яй-яй, меня заперли тут. Черви, давайте, камон. Ну, так неинтересно. О, какой-то объект. Research skill 4 для него нужен. Хреново, чё. Как мне сейчас выйти? А. Как же мне это? И это я тоже не могу починить, как аниматорская пушка. Кстати, у меня же 35 модулей, то есть мне. Сейчас можно пойти или ресерч прокачать. Или репейр на один. А интересно, с той стороны я был? Наверное, был. Ага, сюда карточка нужна. Тут вообще хрен знает, что такое. А, да, сюда нужен ключ от хирургического стола. Тут есть червячки, которых мы можем всю колбочку наполнить. Но у меня черви не нужны, потому что я не собираюсь пользоваться инопланетным оружием.
Но если в них наступить, там будет бобо, который лечится только таблеточками. Опять же, это лицо. А это пси... пси-бустер. Нет, я тут не псионик, поэтому пси мне не нужно. Ладно, на выход из сектора. А. Тут еще и не пройти. А, тут еще и пара турелей была, с которых минимум ничего не упало. Ой, гранаты. Не надо мне тут. Ай-яй, фу, брось. Ага, а тут была куча всяких шкафчиков пустых. Вот тут... А, тут у меня оружие брошено. Там где-то макака бегает. И MP Rifle. Кака, давай, камон. Тут мраки такие злые, стреляют твоих фаерболами. Ну и умирают. О, чипсы. Чипсы в макакиле. Дальше куда? Синяя, да, это мое оружие, это моя лазерная сабля, лазерная указка, не знаю. Как, что-то такое. Итак, тут я был... Тут я, по-моему, тоже был Fluid Ops, ну что ли? Ладно, понятие 43. Нет, в первой части такое же оружие было. Только она там в первой части еще энергию жрало. С каждым взмахом. Так, нормально. Не помахаешь ей просто так. А, вот я вышел. А тут оно. Не требует вообще энергии. Тут, наверное, я тоже уже везде побывал. А может быть и нет. Может быть и да. О, опять паринг надо. Так, а вот это тут очень плохо. Эти паучки. Их отравление только тоже таблеточками лечится. Которых у меня мало. Их на всего 3 штуки. А, каска им по жопе. Там вот я точно не буду. А еще ведут наверх. Как-то залезть можно.
Лесенка. Ой-о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 й
Сейчас они. Все, кажется, умерли. И, к сожалению, я отстрелил эту шнягу, чтобы больше мух не спавнилось. Вот у меня с него теперь уже возможно ничего не полетать. Ой. Бабах. Ай. Сюрприз, сюрприз. Ракета, поди что тоже. Эй! Ай! Нафига на нее побежал? Да. Оп! 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 Представитель местного коллективного интеллекта что-то для что-то приготовил. Куда засаду в третьем симуляционном юните. Эксперт-техимплант. Что бы это могло быть? Эксперт-тех. МФД. Что бы он мог повышать такое? Может, комбат? Или вообще пси. Короче, нашел какой-то имплантант, который ничего не это. Даже не. А может вопросиком? Ага. Boost your hack, repair and modify. О, да, repair. Объебали на modify. Оп. Крутая штучка. Чем бы мне сейчас модифицировать? А, нечего модифицировать-то. Нормально. Пусть полежит в таком месте, опять нифига нет. Пойду камеру убью. Там наверняка какой-нибудь робот большой страшный робот.
О, снова баночка, которая мне абсолютно не нужна для червячков. Ну сделай я кружок, ну ок. А, абсолютно пустые комнаты. А даже тут я был. Везде-то я уже побывал. Значит, вниз. This is Xerxes. At 0200 there will be a poetry reading by protocol unit T892/2 in the deck 5 commons area. Please bring any authorized material that you wish to be read by T892/2. О да, Xerxes опять вещает свои послания. Вот тут я, по-моему, только что упал. Ну чё, где там этот сюрприз около 7 юнитов 3? Ну вот он, третий юнит. И чё, червяки сейчас полезут? Ай-яй-яй-яй. Сюрприз, сюрприз. Эх, какой героический мах с пауками-то. Ох. О, да, это лазерная сабля. Бум, пистолет. А, мне пистолет не нужен, мне и так оружие дофига. О, да, это такси. Полезная штука. Чё тут? Friendship Stendio, что это? Целком что? Устройство анализа и модификации? Ага, эта штука одноразово модифицирует. Ну что-нибудь одноразово модифицирует. А еще мне надо что-нибудь выкинуть. Вот слишком нафига всего. Прям не знаю, что выкинуть. Ладно, окей. Третий, поехали. Primary data loop infiltrated. Primary data loop infiltrated. Ну все. You have accomplished much for a thing of such small consequence. Warning. Now proceed to the recreation deck. Do not dawdle. For my revenge. Вот так вот. Что он говорит и показывает, что он.
А этот тоже не очень. Еще и с мухами на борту. Фу-ё. Снова такая штука, которую даже изучить не могу. Ну ладно. Мухи это ок. По сравнению с токсичным облаком. Четыре хп. Казалось бы, только прилечился. Так, мне сейчас на следующую палубу, на последнюю, на вонграунде. Тут я уже везде побывал. Сначала пойти прокачаться. А где же это было? А, вот, до шестерки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Или вот тут где-то можно было прокачаться. Медь понадобится. А где я могу найти медь? Ага, на этой палубе есть медь. Мне нужна буква Си. Но нет, это не сюда. Починил. Fusion Cannon. О-о-о-о, Heavy 6 надо, чтобы ее использовать. Офигеть. Ну сейчас я пойду. Пойду. Пойду за медью. А, это пушку дропнул. Блин, один хп. Точка. Так, это я выкидываю. Автомат. К
сожалению, мне нужно стандартное оружие, чтобы уметь пользоваться. Сейчас схожу за ЕМП винтовкой. Где я ее дропнул? Ага. Сюрприз! Забираем. М22 Assault Rifle. Ага, это такая же, но у меня в плохом состоянии. Ух ты, 7 это так относительно плохое. Да. О, стой на месте. Итак, стандартное оружие или нет? Я могу энергетическое оружие еще на нем прокачать. У меня лазерная сабля будет еще лучше, еще лучше рубать. Вот экзотическое на один, стандартное на один. Сейчас я могу бегать с вот этой кристалл шардом. Надо потихоньку попробовать ему убить. Так, в 43-м я был. В 42-м тоже. В 41-м тоже будет. Ладно, погнали в 42-й, там склад химикатов. Yes. Ой. Аллах бабах. Ну, этих ребят у нас с одного удара убивает. Это кристаллическое оружие. Ну, по-моему, тоже уже побывал. Везде уже побывал. Химический склад. Так, я не знаю, где он. Но определенно не здесь. Там, по-моему, он. Да, вот. Итак, как я с одним ХП бежал до химического склада? Ну, этих ребят уже не интересно убивать. Хочу паучка. Посмотри, сколько он умрет. О, киборг. Итак, киборг с трех ударов умирает. По-моему, сабли также. Ждем.
Research complete. Гибридный орган? Нет, не этот. Monkey brain? Нет. Ага. Когда он так активен, то вы можете кликнуть на кучку червей, чтобы полечиться. О, нормально. Каким патронами эта штука стреляет? Ага, те же самые патроны, что и пистолет. Нормально. Эта штука бустит силу, но она мне не особо-то и нужна. ЕМП гранаты, проксимити гранаты. Интересно, как-нибудь урон можно посмотреть? Ничего не сказано. Но, по крайней мере, у меня есть хороший имплант. Где все пауканы? Итак, что я хотел скинуть? Я хотел скинуть имплант на силу. Значит, винтовочка, дробанчик, ЕМП, винтовка. И лазерный рапир. Блин, что бы оставить? Лазерную рапиру или кристалл? О, кстати. Energy Weapons 6 надо. А у меня сколько энергия? 4. Блин, а? Окей. Все, поехали. Пятая палуба. Последний на Ван Брауне. Опа. Делакрой, это я, Кортес. Мы закрыты здесь. For you. Shit. Да у нас же тут живой человек. Нормально. В первой части это как-то не особо. Ну как там подразумевалось, что есть живой человек, который там послание оставляет. Но мы приходим слишком поздно, чтобы спасти его. Ай, червячки. По-моему, она чуть-чуть подальнобойнее, чем сабля. А еще там кибербаба ходит. А у меня ключа нет. Ну ёк. Your colleagues have managed to set up a transmitting station in the athletic sector of this deck.
The transmitter is intended to send a message to the Earth to warn them of the events that have occurred in this ship. However, it will also draw power away from Xerxes, making him vulnerable to my will. Once you do this, I will control the primary data loop. Да, ну конечно, я сижу, стримлю двумя руками, там третья, четвертая, вся тетя набираю. Find the transmitter and activate it. Итак, ну что, нам просит найти Тянг стрим. Просит найти вот здесь в Атлетик секторе передатчик. Но не передать сообщение на землю, что нам пизда прилетаете. О, еще один гейм-картридж. Использовать его. Чтобы окончательно ксерокса подавить. Что у нас тут за новая игра? Тик-так триоп. Так, тут уже ничья. Читер. Читерский ПК. читерский ПК. Хватит. И чё? Да ну его нахер. Слишком умный ПК здесь в крестиках ноликах. Так, медикал. Ой, макака. Макака на таком расстоянии, это очень хреново. Бдыщ, вот поэтому макака, это хреново на таком расстоянии. Поэтому берем винтовочку. Там же еще одна макака слышу. Или нет? Так, если это метод сек.
О, да. Так, где мы? Вот он, Вормблуд. Вормблуд. Да ё-моё, там мухи. Ну, понятно, то есть я лечусь... Ай, мухи, не кусайте. Понятно, то есть я лечусь ценой целой лужи. Ну это как-то не ахти хорошо. Не ахти как хорошо. Что позволяет избавляться от луж быстро. О, еще один ресерчит объект. Даже химикатов для него никаких не надо. Сколько всего интересного, то этих аннелидов можно найти. Кристалл. Я не забыл взять кристалл на этот раз. EMP rifle снова. И у нас тут хирургический стол. Что пишут? Okay, Delacroix. Yang and I have got the transmitter almost ready to go. Once it's up and running, we'll be able to warn Earth. Frank split up the transmitter code and uploaded it to a number of ART display terminals throughout this deck. Just cycle through the ART and you'll find a piece of the code. I don't think the worms will spot this. I don't figure they got much of an interest in the Great Masters. Ну понятно, эти ребята, которые собрали этот передатчик, они разбили код от него. Спрятали цифры в терминалах, на которых картины показываются. Что это такое? Какую-то шнягу нашел, непонятно, что делает. Don't waste ammunition on them. Окей. И применить ее никуда нельзя. Может... Бум. Оружие. Хрен значит. Нашел какую-то шнягу, непонятно, что делает. Изучение тоже особо ничего не дало. Cannot be damaged by any means. А, свармпод, это штука, которая мухи выпускает. То есть мне сказали, что я не могу уничтожать мухи. Окей, а то я бы до этого, ну не знаю, как долго бы додумывался. О, паучки. Коники-то маленькие. И убивает паука с одного удара. Это кристалл. И это хорошо. Если там потом будут какие-нибудь ингибаторские роботы. То у меня энергетическое оружие прокачано. А если же там будут какие-нибудь мини-ингибаторские роботы.
Я их всех так занесу кристаллы. The eggs we found near the observation chambers are different from the ones in Hydro. They release some kind of disgusting flying swarming thingies. Bullets don't do anything. Bullets, for Christ's sake, I never even fired a gun before this morning. Вот нам снова говорят, что, мол, там в камерах наблюдения какие-то яйца, которые жуков выпускают, которых ничем не убить. О, и тут наш шлюз. Ну ок, пойдемте. Вижу, что тут люк. Но сюда я пройти не могу, нужен пароль. Круг воркерс, мне карточка нужна. О, взрывающийся робот. А это кто вещает? Сюда не пойдут, там камера. Ой, и тут камера. Там не вопрос, а что там будет. Ну ладно, если что-то интересное, то ок. Шотган. Ай. Ой, там какой-нибудь нагибаторский робот из стены вылез. Нифига у них какой-то. Интересно. В роботе ничего не было. Объебали на лук. Да и тут тоже в этом трупе ничего не было. О, что я вижу? И как мне попасть за стенок? Видимо, никак. О, сейчас кибермобилей. Нормально. Тут не пройти, к сожалению. Thank you.
позже, наверное, сюда зайду. И еще журнальчик. Что пишут? Listen, there's one escape pod Xerxes didn't eject, but it's busted. I've managed it functional, but I don't know how long it can stay that way. Make it there, Tommy, with or without me. If I don't get there, I want you to take the pod and go. You understand me? Take it and go. Так, спасательная шлюпка всего одна. Хреново. Целый корабль ученых и техников. Они ничего не могут настроить. Ладно. Снова всякая жрачка, которую нельзя подобрать. Ну хоть яиц на потолке никаких нет. Ага. Ага. Так, а вот это вот шняга нагибает. Взял, нарисовался киборг. А это было... Вот кто вот? Ой, ха, я еще и упал. Эй, открывайся. Да. Киборг, хуиборг. Чё, где он? Один сраный киборг засел. Я им по пушкам, я, конечно, больше не помешал тут. Ай. Ай. Он убил меня быстрее. Хреново, чё. Поклон Диабло, Блейденсворд или Блейденсол. Как-то так. Чё-то там и чё-то там. И там в названии то ли Блейд, то ли Сворд было. Ну и там враги всякие животные. Человекоподобные. Да почему? И где он? Ой.
киборг, хуйборг. Как мне тебя нагнуть? Может, лазерный саблей все-таки? Да неужели? Да. И правда в нем ничего не было. А еще и сабля светится. И это удобно. И кристалл не светится. Ну и чё, и где моя цифра? Понятно, в общем, здесь ничего нет. А мне нужен терминал с цифрой. Вниз. О. Столовая на этом обыскана. Да мало туалетов. Так темно-то, ё-моё. Babies must sleep. Babies must rest. Why does not wake up? Leave this place now. Ещё один киборг. Какая их цезия понадобится? Итак, у нас снова легкие проблемы в виде киборга. У меня не хватает скилла на EMP винтовку, которую я бы этого киборга только так нагнул. Наверное. Он отвернулся. Активировал все, что все тревоги, которые только можно. Ну, сейчас мы его трупами закидаем. Своими собственными. А, и там же, по-моему, еще в углу турелька вылезла. Ну, робота я убил. Химикаты нужны. Сэзи. Прям перед собой. На, тут кидай.
Ой! Взрывающийся робот под конец. Хреново. Да. Как он у меня гранатки-то? Так, ну все, я беру в руки винтовку и иду убивать. Два выстрела, этот парень труп. Security Station здесь значится. Так, батарейка с робота, по-моему, ничего не упало. Снова лазерный пистолет Аполло. У меня такой же Аполло. А, везде эрроры, конечно. Дэнди, пятница 13-го, за кого... А, ну да, там за тобой Джеймс гоняется. Джеймс гоняется. Джейсон гоняется за тобой. Так, что тут такое? Ха, по стелсу пробегаем. Где-то наверху, наверное. Ага, один. Надо записать. Я вам поди что наверху. Кто там? Или вот тут. А, нет, наверху. Чинилка. Джек Лезер. На туре и без туре. Не купить-то особо нечего. Такую штуку. Чипсов. Вообще, я думал, мне гранаты тут не особо-то и нужны. Поэтому я их сейчас возьму и выкину. Такие и такие. Баночка с червями, пожалуй, останется. Еще пригодится. Наверх. А, привет, чувак. Снова кристалл и пси-оружие.
снова туалет. Туалет, я сказал, открывать. Там что, какой-то вип-женский туалет, что не открывается передо мной? И тут какой-нибудь, не знаю, детектор пола. Все, так подхожу, так к женскому туалету, он не открывается. Бухающий призрак. Ай. А, это было неприятно. Целых два киборга сразу. Такую же маску, но ведь такие же маски наверняка в хоккейных продавались. Или ты тогда еще не знал, что это именно хоккейная маска? Не такие, а какие? Да какие вертки эти роботы? Ну что, три удара и норм. Ну, с таким-то расположением-то это да. Красный треугольник это просто, ну, вообще максимум. Так, бухаем. Very strong водка. Цифровое пианино. О, да. Ха, ну так-то да. О, у нас же дискотека. Без музыки, правда. Вот там наверх какой-то проход есть, похоже. Фу, синие, но это... Все это подделка китайская. Если синие, то это все. О, Research Software upgraded. А что такое? Что с Hellraiser'ом такого? Тоже были китайские подделки с ненастоящими булавками? Атлетикс. Вот нам туда надо в последнюю очередь. Сначала надо пароль собрать. Так, а спущусь ли я тут? Как тут все очень... Бум. Да. Чипсы и кола. Жаль, что сигарету закурить нельзя. Да, нельзя. Плохо тупо по всей биошоке, кстати, лучше. Mistrust is the tyranny of the individual. Your own kind sees you as a threat. Why do you murder all your...
помните? Гланда. It is just a question of who will bring your end. Us or you. Бум. Так, а вот тут я, наверное, зря сделал. Там могла нелицкая гланда выпустить. Да. Мухи, но... Быстрее. Больше яиц. Нормальные. Ну да, остальное это какие-то поделки по мотивам. Пятница, первая, шесть. Ну, не знаю. Так, снова. Пятницу видел первые две, ни та, ни другая не понравилась, я забросил смотреть. Ну там, наверное, последняя клевая, которая Джейсон в космосе, или как она там называется, вот просто такое сочетание просто обязано быть клевым. Так, куда я выбрался? Джейсон Икс, да, наверное. Ай. Не хочу вниз. Хочу вверх. Так, Maintenance Access. Да, ну и как? Какие самые такие лучшие результаты по космическим отправленцам? Снова EMP винтовка. Или прикол. Ага. Там вот что-то есть, я вижу. А, нет, пусто. Так, выход только один. О, да, я выбрался. Maintenance hatch. Ага, я даже знаю, где это. Сюда. А где я еще не был? Тут я, по-моему, везде побывал. А, вот тут еще не был. Все-таки ты доспал с химикатами. Залили токсины вверх. О, да. Чего только не придумал. А, кстати, в Hellraiser там еще была какая-то часть, где там, собственно, этого пинхеда из какой-то статы вызвали. И там, короче, ну, максимум мяса было, ну, там, для фанатов такого рубилова сделали. Мочилово на сокровище. И вышел вот так, нормально. Что мне нужно? Галлий.
А, связи мне нужен. Жертвы, но они полнотой и должны быть тупые, чтобы. В конце концов, ну чем жить? Чё здесь у нас? Медь и еще медь. Галлий, вот он, галлий. Значит, стоим и следуем. Тут у нас, короче, такие нелидские артефакты идут. Которые, наверное, очень хорошие. Буквально цены, которые за счет червяков меня лечат, да, нормально. Полезно. Имеет свое применение. В отличие от всяких стандартных плюс один скиллам. Флэшер умный. Но хижина в лесу. Ну там не совсем слэшер, но тем не менее. А чё, в кошмаре на улице? А, ну да, наверное, в кошмаре на улице вязают они потому и умные, что потому что они смогли победить Фредди. Итак, чё я изучил только что? Warm Mind. О, да. То есть, если я таскаю с собой эту штуку, то 25% урона переносится на пси вместо моего хелсбара. Ну, так, я не псионик, поэтому мне это не особо. Так, что теперь изучил? Аннилит пси-органы. Ага, эта штука восстанавливает пси. Не нужно. Что за Brown Boost Implant? А, сила на один. Тоже не нужно. Где у меня есть еще неисследованные органы? Исследовано, исследовано, все исследовано. О, у меня еще сок есть. Да, все исследовано. Манифест этого химсклада. The analysts have cut us off from the transmitter. Shodan tells me that once we've got the transmitter back online and the ops computers reprogrammed, she'll be able to take control of the ship away from Xerxes. Who should I trust less? An imposter claiming to be that monster, or the monster herself? Ага, то есть нам не только включить трансмиттер надо будет, но еще и перепрограммировать компьютеры, операционные компьютеры. А вот здесь у нас... Вот. Как-то мне этот кристалл не очень нравится тем, что он не светится. Вот эта штука светится, и с ней можно худо-бедно ходить тут. В темноте. Купер в последней части? Да ладно. Так, где он там? Засветился. Так, червячки, давайте, вылезайте. Вот не очень удобно тем, что он бьет слева направо, поэтому можно вот так вот оп зацепиться слева.
и не ударить в итоге. Ого, еще киберимплантанты. Потянет. О-о-о. Больше нелийский гланд. Хорошее дело. Итак, с холодильником я здесь разобрался вроде бы. Пойдемте посмотрим, что вот там. В молле. Ой, как тут. Как тут неприятные звуки. Ой, подловить меня хотели. Десять призм? Что за призм, простите? High density energy storage. Ага, это для тяжелых энергетических оружий, похоже, патроны. Возможно, та ЕМП-пушка стреляет как раз вот такими вот. Да, мне вот при виде всей этой зелени вспоминается роща из первой части, где надо было все очень-очень быстро пробегать, потому что там биозаражение очень высокое. А что там такое с мехвариором? Он вроде как неплох, его сделали. Ну так, кошмар на улице Вязов, это же очевидно комедия была. Особенно там, не помню, какая, и одна из последних частей. Где там, ну реально уже не страшно, а чисто сидишь и ржешь. От того, что там такое Фредди учудил на этот раз, проказник. Тарелка. Мне нужна эта штука, есть тот самый передатчик, который мне надо. До которого мне надо добраться. Так вот. You seek your associates, but you cannot find them. You are so very alone. How does it feel to be one against the infinite? Там, по-моему, это взрывающийся киборг ходит. Может быть и нет. А, это снизу вот там. Кибержена. Нормально. Ага, так, где мой имплант с червём? Вормблод. Да. Вот это вот максимум подле было. Ну хоть имплант успел вставил. Пойдемте его применять по назначению. Жрать червей. Да хе-хей, где моя нямка?
Ага. Вот, вот, меня пауки заразили уже. Интересно, если я сменю костюм, мне это поможет или нет? А, вот, вот, собственно, из этих штук, по-моему, выбираются взрывающиеся дроиды. Нет, из них выбираются только взрывные волны. Toxic hazard. Grenade launcher. И тут мне нужен heavy weapon. Хреново чё. Сюда пролезть. Не могу, тапкет. Какая-то живность за стеной. О, еще одна нелизкая гранда. И можно туда вниз пролезть. Все, нажали червяки. Ай! Эй, черви. Червье поползло. Что такое мне пихают в руки? О! Надо же, карточка доступа. I am pleased. Transmitting cybernetic modules. Do not squander them. Нам тут уже Шодан так откровенно говорит, что молодец, хороший человечек. Получи-ка кибермодули в награду. Снова окно в космос. Я скоро умру. Где еще на этой палубе не был? По-моему, везде был у меня в сад. И все. Только осталось. Но туда я пока не пойду. Схожу-ка я вообще у меня два направления открылось. Вот сюда вот я могу пойти. Могу пойти. Я тут люк я открывал. Вот. Нет, костюм от этой штуки вообще никак не защищает от токсинов.
О, кибермодули. Че, и все? Три кибермодули и все? Думаю, лучше все это будет. Еще не выпускают. А, вот. Один хп. Сейчас убьем. И им. Погнали. Короче, в компанию. А, как нужно-то перевести Crew Quarters. Каюта экипажа. Скорее всего. Ой-ой-ой. Remember, replicator restrictions are in place for the good of all of us. All unauthorized database interactions will be dealt with to the utmost degree of the law. Бабула. Больше бабах. Ничего, этот робот-то в меня. И упал. О, там. Там еще один робот. О, да. Ну и нагибается. Так, первым делом я сношу камеру. Так вот. Сейчас надо что-то с тем роботом делать. Да, это было близко. Привет, Рики. Наверное, надо вколоть себе аптечку. И упал. Интересно, чем он так стреляет? Что он так быстро летит, что меня так нагибает? О, да. В прошлый раз я такого убивал со спины. Сейчас вот наверняка еще и третий робот окажется. Mm-hmm.
Этот робот что, мне жопу что ли чует? Что он поворачивается так все время на меня? Ладно, вколем гланду и вколем аптечку. Так, кристалл или указка? Пусть будет указка. Баба. Так и указка. То есть указка как электрическое оружие против роботов? Да, по-моему, еще один робот. А кристалл как самое обычное оружие против врагов из мяса. Как-то так. Логика. А это, по-моему, наверху я топает вот. Пойдемте. Эй, что он считал, это хор вроде бабах. Неприятно. Давайте, мушки, умирайте. А еще в первой части был джетпак, который сейчас так взлететь не мог. This is Xerxes. Remember, replicator restrictions are in place for the good of all of us. All unauthorized database interactions will be dealt with to the utmost degree of the law. Голова чья-то. Что? Отлично, просто камера, кабина душевая, вот так вот, вот так вот ты лежишь, и тебя так на ноги душем поливают. Надо наоборот туда так развернуть ее головой и вместо будильника душ включать по расписанию. Что там такое наверху? Поехали, съездим. Вот та штука со мной разговаривает. Быздыщ. Сколько всего-то открыто. Снова маленькие баночки под червей. Как-то у меня хоть и есть возможность искать кристалл, но почему-то мне лазерная сабля нравится больше. А почему здесь все закрыто? Тревога какая-нибудь? Чрезвычайная ситуация, что ли? О! Нет, пароля тут нет. Муэрте. О, да. Ха. Убилась до смерти. Bottle of very strong vodka. Атлетик сектор Access Cards, нормально. Ох, что озвучка шоу, да.
Кстати, что я там нашел? The shunt has been online for 2 hours. Go tell Cortez in the crew section to come out and turn on that transmitter. If this message doesn't reach you soon, they may be able to interfere with the transmission from the bridge. Mm-hmm. То есть еще и с моста могут, с капитанского мостика могут перехватить послание через этот передатчик. Ай, мухи. Кому там, сори? Ну-ка, ты гранату-то оставь. Ага. А ну-ка, поделитесь-ка своими гландами. Кстати, а нет, все нормально. Снял уже этот модуль. Ну, червяк, давай, вылезай. Ай. Бжжж. Снова мухи. Интересно, мухи умеют дверь открывать тут? По-моему, нет. Ну да, с чего бы им? И не сюда. У души обосновались. Раз закрытые и... И все, везде бывал. Погнали дальше. С этой стороны посмотрим. Взрывающийся робот. А нет, киборг, убийца. Давай, камон. Ага, один удар есть. Сейчас мы в приседе. Подачи кори, понятно. Давай, робот, камон. По стелсу, по жопке ему в приседе напинали. О, еще одна гланда. Надо бы уже и вколоть себе одну. Так, в душ заходишь, и вода бы текла. Хоть бы помыться бы.
Круг Хортерс, снова пароль надо. И пустая комната. Там снова робот. Фонарик в руку. И поползли. Шотган. И 17 минутов и стандартная броня. Так, собственно, вопрос, прыгать вниз или не прыгать? Я думаю, ответ очевиден. Ха-ха-ха-ха. Так и нет, не прыгать. Я вот уже был. Обратно. Бабах. Взрывающиеся роботы, блин. Червяк, ну, не прыгай на меня. Авторепэр так не нужен. А вот бутылка ликера нужна. Где же мне искать эти оставшиеся картины? Пароли, скорее всего, пятизначные. Одна уже есть. Взяли, выскочили. Я вот совсем еще одну бутылку ликера запью. О! Картина. Но на ней нет цифры. Чем, как я там? И чё, призрак? Не, ну я понимаю, был бы тут труп, чтобы хоть как-то обосновать появление, что последнее мгновение жизни этого человека. Если тут труп лежал. А так, ну, призрак, призрак. Чё-то он там делает. Обратно.
Валим. Валим. Ай. Бабах. Лах бабах, макака мне устроила. Все? Кто? Где? Я тебя слышу, робот. Наверху, что ли? Ага. Отсюда я начинал. Да, отсюда я начинал. По бутылке очень сильной водки, а тут еще не бывал. Бум. 3 хп. Где этот робот там участвует, а? Вот специально поставили робота, чтобы он там где-то, повернувшись в уголок, тихонько шастал и издавал звуки на все каюты. Отсюда я пришел. А, вон он. Зачем мне внизу? Тут я был, голову тут рубленную помню. Так, так, так. Наверное, сюда сейчас надо сходить будет. А где этот переход-то? В прошлый раз я пошел вот сюда вот. Нет, сейчас пойду вот сюда вот. Кстати, тут у нас супер полезная комнатка. Ай. Но. Не пиликать. Сейчас я буду качать все скиллы. Так. Энергетическое на один надо. И в итоге... Где это? Вот оно. 6 надо энергетическое. Еще 5 модулей. Ах. Может, эндюранс прокачать? Да, пожалуй, прокачаю эндюранс. Чтобы больше хп было. Сюда пароль нужен. Кстати, чтобы все это хакнуть, нужно один скилл. О, журнальчик. Wired up to display the fragmented dish alignment for the transmitter. I've also rigged up the tower to set off a security alert in case somebody else tries to tamper with it. I'm headed there right now to start the transmission. Hey,
Who's that? Juan? Marie? Вот так вот. Убили этого настройщика. Настройщика передатчика. А еще он там что-то сделал с башней передатчика. На тот случай, если кто-то попытается что-нибудь с ней сделать. Нехорошее. Он, наверное, заминировал. Ха, пули в мусорке, отлично. Я снова иду в Атлетикс. Кстати, у меня карточка для Атлетикс есть. Но у меня все еще пароля нет. Near the basketball court keep fritzing out. I think the humidity from the pool next door is a real problem. If it happens when I'm not there, try resetting the circuit from the breaker by the pool. Do you think someone needs to call a tech? О, да, и тут мне говорят, что, мол, у них там проблемы с освещением, похоже, и поэтому надо пойти где-то там за бассейном дернуть рычаг. Карточек. You are a remarkable example of a pathetic species. I'm uploading some more cybernetic modules. Hey there. Please make your selection. Thank you for choosing value wrap. Thank you for choosing value wrap. Так, больше колы. Литрами пьем колу. А еще где-то там макака ходит. О, натура. Больше журналов. Где макака, ё-моё? Ой-ой-ой, камера. Камера не пали. This is Xerxes. The Deck 5 shopping area will be closed until further notice. We apologize for the inconvenience. The family of the many grows with every passing moment. Glory to the flesh. Glory to the mass. Нет, даже костюм радиационный не помогает. И они тут все сломанные, эти столы. Не понял, зачем туда идти, честно говоря. Второй заход. Может, где-нибудь ключ от медицинского стола валяется? Да нет. Что нам пишут? Mon petit, there is something you should know about. I have received information from some form of artificial intelligence that is calling itself Shoden. Yes, Shoden. Wherever this intelligence actually came from, it has a terrible grudge against these annelids and has saved my life more than once. Shoden has told me that there is a UNN operative aboard the ship, armed to the hilt and equipped with R-grade cyber implants. Strange bedfellows, eh? Ну да, вот. Тетка Делакрой. Которую тоже когда-то Шодан направлял, но она, видимо, где-то там умерла по пути. Поэтому Шодан теперь с нашей помощью делает дела тут. Пытаясь аннелидов уничтожить. Ключики. Ай.
Еще один журнальчик. Stay out of the mall if you can. It crawls. Ха. Держитесь подальше от магазинов. Они кишат. Или они ползают. Где там макака забывает, ё-моё. О, кстати, уже время. Надо как-то до какого-нибудь логического места найти, дойти, а то потом не вспомню, чем все кончилось. Сейчас мне как взад фаерболта прилетит туда, в макаки. Чипсы, чипсы. Хрум, хрум. Так, вот став прай и мрельвейтер шафт, наверное. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Интересно, где тут один сетап релевел находится? Наверное, вот тут вот. В прайм-релеваторе. Там я был, туда вот. Еще рано, наверное. Ну, в общем, вот туда вот. Все. На этом, пожалуй, можно уже закончить. Так что все. Всем спасибо и все свободны.